проплыть решили мы, друзья. На октябре не плыли долго, мы в астраханские края. Обеды, завтраки и ужин, их невозможно пропустить. Мне юбка с каждым днем все туже, придется поезд распустить. Зачем? Зачем? Я ела столько каши. Зачем? Зачем? Пихала в рот рожки. Уж лучше бы пила я простоквашу, взамен еды глотала порошки. Зачем? Зачем? Я ела столько каши. Зачем? Зачем? Пихала в рот рожки. Уж лучше бы пила я простоквашу, взамен еды глотала порошки. Я коплю это на диету, чтоб хоть немножко похудеть. Но на морковные котлеты нет сил мне больше уж глядеть. На сантиметр я подраснела и потеряла 20 грамм. Но так пломбиру захотела и побежала в ресторан. Несите пломбиру побольше, побольше. Зачем? Зачем пломбира села тут? Зачем? Зачем пломбира? Зачем в аккорде я взяла конфету? Зачем я съела с вишней пирожок? Зачем? Зачем пломбира ела этот? Зачем? Зачем купила я рожок? Зачем в аккорде я взяла конфету? Зачем я съела с вишней пирожок? Я поделюсь одним секретом. Все очень просто, дело в том, что легче выдержать диету при холодильнике пустом. Я целых 3 часа не ела, ждала чудесных перемен. Но тут огромный тортик с кремом не носит мне один жетмен. Зачем? Зачем? Я съела столько торта. Зачем? Зачем? Варенье столько жрать. Ну все, конец. Диету шлю я к черту. Пойду наряд пошире выбирать. Зачем? Зачем? Я съела столько торта. Зачем? Зачем? Варенье столько жрать. Ну все, конец. Диету шлю я к черту. Пойду наряд пошире выбирать. Да, эти коробки меня совершенно свели с ума. Спасибо.